До Нового года остается около 2 недель. И если для большинства это время отдыха, то для сотрудников МЧС период повышенной пожароопасности. Как провести праздники не только весело, но и безопасно? Об этом мы сегодня и поговорим. Здравствуйте, в эфире ОТВ, программа «Специальное интервью». Меня зовут Евгения Августина. В нашей студии начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Одинцовскому округу Владимир Аркадьевич Старожук и начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по городу Звенигород Евгений Михайлович Белебей. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Как я уже сказала, новогодние каникулы приближаются. Для вас это время повышенной пожароопасности. Действительно ли это так? Во-первых, что статистика по этому поводу говорит? По статистике на сегодняшний день у нас произошло 561 пожар в городском округе Одинцово. Вот, к сожалению, на пожарах погибло 20 человек, 13 пострадало на пожарах. Вот. И, к сожалению, большому нашему сожалению, погибло 2 детей. Один пожар был зарегистрирован. Это у нас в деревне Солослово, где погиб 6-летний мальчик. И погиб 4 сентября, погиб в деревне Устье 8-летний мальчик и со своей мамой. Вот, очень неприятный случай, тяжелый случай, произошло это ночью, когда, как вы помните, резкое было похолодание, и, как вот следствие показало в процессе, мама ночью, из-за того, что ребенок замерз, проснулся, решила его укрыть одеялом, электроодеялом, теплое, доброе тепло. Это электроодеяло. Ну, в процессе, как мы предполагаем, в процессе сна ребенок либо положил ногу, либо сдвинул его, где это доброе тепло сложилось, и вызвало загорание одеяла. И гибель их, именно их, мамы и ребенка, произошла по той причине, что они не покинули горячее жилье свое, а пытались потушить. Как минимум 2 ведра они вылили на горячую постель. Ребенок погиб, набирая очередное ведро воды, потерял сознание, естественно, и погиб до прибытия пожарных, хоть его пытались вынести, реанимировать, но приезд скорой помощи, то есть пожарных, с этим скорой помощи, к сожалению, не помог. Мама же пыталась открыть окно, задыхаясь, уже там же потеряла сознание, и, к сожалению, тоже страшный случай. Ну, говорит лишь о том, что насколько серьезны электроприборы и насколько за ними надо вести, более ответственно подходить и не допускать такого рода случаев. Здесь и окно, да, я так понимаю, открывать не стоило. Не стоило бы, но там уже, понимаете, сложно говорить, не присутствовали мы там. Но могли покинуть. Ребенок находился, вот погиб, то есть потерял сознание в туалете, несовмещенная была комната, туалет с ванной, где пытался набирать очередное ведро воды, а выход до выхода был менее 1,5 метра. То есть выйти в подъезд, где уже менее задымленная зона, ну, ребенок не сделал, не покинул маму, и мама, к сожалению. Ну, вы знаете, сложно, когда у людей паника, стресс, и окно ли это, либо дверь, поэтому, ну, давать оценку того, что происходило у них там, это уже, ну, сложновато. Но, к сожалению, те события, что у них произошли, привели к гибели 2 человек. 2 человек – это, да, полноценные семьи, то есть совершенно здравые люди. И такой незаурядной ситуации. Хочется, чтобы для других была наука. Наука и примером, да, чтобы обязательно вот этот подход к любому такому, тем, чем пользуется наше человечество, я имею в виду, ну, к чему я опять-таки коснусь ниже, это и печи, камины, электроприборы, это насколько ответственно и подход более серьезный, к которому мы, привыкая к этому, настолько понимаем, оно заурядно становится в быту, и не боимся тех опасностей, которые несут за собой эти вещи.
в том числе и по поводу пожара. Очень бы хотелось бы отметить положительную сторону работы органов местного самоуправления, социальной защиты населения, образования и комитета по делам несовершеннолетних в деле в части оснащения содержания в жилых помещениях многодетных семей, семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, дымовыми пожарными извещателями, где было в прошлом году, в этом году, эти семьи были оснащены этими извещателями, а в этом году проведена замена батареек на них, то, чтобы они находились в рабочем состоянии, а иногда уже и срабатывали, где приводили к раннему обнаружению пожара, естественно, не давая последствий, которые они могли привести. Поэтому спасибо большое за эту работу. Это большое подспорье нам. И я думаю, что и тем людям, которых в домах, которых они установлены. К Новому году, я так понимаю, ожидается традиционное увеличение числа возгораний. Безусловно. И вот как раз хотел коснуться это к тому, что, во-первых, наш городской округ увеличивается на порядок. И значимость пожаров, это в первую очередь, это частный сектор. Это СНТ, это надворные постройки, у них сельские поселения, квартиры, бани, гаражи, сараи, где большое количество людей, естественно, и нагрузки на электросети наши, и пользование иными вещами, которые приводят, особенно коснемся пиротехники, и елки, и так далее, которые и вызывают и те случаи, которые могут привести к более тяжким последствиям. Хотелось бы сказать по причинам, или мы это коснемся пониже? Нет, конечно, сейчас, мне кажется, очень важно обозначить, по каким причинам чаще всего возгорание происходит. Ну, самое главное, основное, как я уже сказал, это электропроводка. Любой электроприбор, который у нас работает, он потенциально опасен. Ну, вот как вот практика показывает, вот уже у нас на практике несколько случаев, как я уже говорил, уже неоднократно говорил, и оставляют включенными без присмотра приборы. Даже какое-то зарядное устройство. Этим очень многие грешат. Телефон. Зачастую. Поставили на зарядку, выдернули сам телефон, зарядное устройство постоянно включено в электросеть. Что приводит? Это даже нет потребителя, нет никаких этих, оно просто включено. Оно греется, но зачастую коротит по разным причинам. Не сработавшее УЗО или его отсутствие в квартирах. Ну и приводит к тому, что загорается проводка, так бы вам сказать, закрытое помещение, когда даже вот небольшое это зарядное устройство, как бы что там метр провода и сам этот блок, но оно довольно-таки быстро может заполнить комнату 3 на 3 метра квадратных, где просто находиться человек уже не сможет дышать, то есть понижение кислорода в этой комнате снизится до опасных уровней, до значения. И, исходя из этого, просто хотелось бы сказать, насколько серьезно даже тот мелкий электроприбор, как зарядное устройство. А что же говорить об электрообогревателях, более мощных, таких как компьютер, там мощные сети, включая, я имею в виду, машинки, стиральные эти чайники и так далее, которые потребляют более киловатта. И, исходя из этих приборов, то соотношение и повреждение сетей наступает гораздо более мощное, и выделение продуктов горения тех же проводов настолько серьезно, что повреждение ее наступает очень интенсивно и быстро. То есть считанные секунды, где длина всего провода может задымить не только конкретную комнату, но и целиком и квартиру, или то помещение, в котором находятся люди, в котором они уже не смогут находиться просто. А несколько вдыханий, несколько вдохов этой смеси, выделяемой при горении провода, которая еще не наступила, она просто при нагреве самого провода нагревается изоляция и выделяет эти вредные вещества, что просто человек теряет сознание, теряет
ориентацию, где он даже находится. И уже ничего сделать не может. То есть, да, зачастую бывает, в квартиру заходишь, он говорит, на выход его, он нет, показывая выход в совершенно другой стороне. Настолько он даже в своей квартире, хотя еще видимость не настолько уменьшилась. А насколько сейчас актуальна проблема печного отопления? Вот это вторая. Переходим плавно. Да, вторая из причин пожара. Актуальна она, на большей части, это камин и печи. Но если по проводке есть еще у нас какая-то защита, это автоматы защиты, это УЗО, где при коротком замыкании его должно выбить. Если УЗО и автомат находятся в рабочем положении, состоянии, они выбьют и отсекут те возможные последствия, о которых я сказал выше, то с печами этого произойти не может априори. То есть печь, за которой вы не следите, регулярно не чистите сажу, не осматриваете ее, особенно чердачные помещения в банях, по трубе камина не проходите до выхода непосредственно уже трубы наружу, не просматриваете эти вещи, то наступит тот момент, когда она будет причиной печи, причиной пожара. Так как зачастую, к сожалению, ну, многие уже, то есть, монтируют печи, монтировались эти печи либо ранее, там, 90-е годы, либо даже сейчас, но мастера, отсутствие мастеров, не делают эти разделку в местах пересечения печной трубы через перекрытие. Отсутствует, не просматривает эту печь. Печь в процессе эксплуатации начинает трещать, раскалываться, откалываться. Особенно в тех местах, где просто человек не может увидеть. Это в местах пересечения, повторюсь, перекрытием, на чердачных помещениях. И при выделении очередной растопки печи, камина, это не важно, вот, происходит возгорание, то бишь искорки вылетают, где, попадая на среду более благоприятной для себя, и поджигают утеплители или уже непосредственно сухое дерево. Ну, а человек, много у нас случаев было, когда приезжали к людям, у них горит чердак, вот, а он даже у себя на первом этаже, еще грея ноги у камина, не знает, что у него горит дом. То есть ему сообщаешь об этом раньше, чем он сам успевает об этом узнать. Ну, насколько это тоже серьезно, и подходить к этому, ну, к этим вещам надо очень внимательно и регулярно. Такие вот основные причины, самые основные. Ну, и потом это следующее по значимости, по нашей статистике, это неосторожное обращение. Это вот опять-таки коснусь газа, у кого он установлен, обязательно должен быть его просматривать, желательно специалист, нежелательно, а сейчас по законодательству обязательно, где вы должны... У всех должен быть договор. Да, договор, да, на обслуживание, где должен специалист давать оценку вашим газовым приборам. Вот. Это по ним. Это быт, то, что мы используем в быту, начиная от зажигалок, разные флаконы, спреи, имею в виду, из горючих материалов. Ну, все, очень много таких вещей, которые могут при небольшом, даже небольшой искре вызвать довольно-таки эффект возгорания очень быстро и быстро распространиться огнем. Поэтому вот эти вещи, быть внимательным, читать инструкцию того, что вы, чем вы пользуетесь, как пользоваться, на какие удаления от огня, беречь от детей и так далее. Но я думаю, что прописные истины, мне сложно повторять взрослым, благоразумным людям, но все-таки... Лишним этот раз точно не будет. Обратить на это внимание. Евгений Михайлович, какие профилактические меры предпринимаются для того, чтобы пожаров в Одинцовском округе было меньше? Уже по традиции у нас отдельная надзорная деятельность проводится, так называемая операция «Новый год», в рамках которой сотрудники отдела и по решениям соответствующих комиссий по чрезвычайным ситуациям, это и Московской области, и городского округа, то есть заинтересованные ведомства, организации, мы проводим профилактические рейды по местам продажи, реализации, хранения пиротехнических изделий. Естественно, там, где планируется проведение, все-таки, несмотря на ограничения, связанные с пандемией, это и новогодними мероприятиями, маскарады и тому подобное. Все эти площадки взяты на учет, в том числе и площадки запуска пиротехнических изделий.
С местами запуска каждый может ознакомиться в соответствующих сайтах органов местного управления. Вот, ну, как правило, это открытые территории, расстояние до ближайших зданий, строений, сооружений, в том числе и транспортных средств, должно стоять не менее 100 метров. Ну, из года в год, скажем, все меньше у нас продажи пиротехнических изделий, так называемых левых, да, то есть все эти места реализации, они на особом контроле находятся, сами понимаете, ближе непосредственно к самому Новому году у нас растет количество продажи изделий в, так сказать, стихийных местах, да, то есть чуть ли не с рук, какие-то палатки открытые, да, то есть павильоны, в том числе и с продажи с машин, да, то есть мы не можем как бы запретить эту продажу, но тем не менее, вот я развернусь к теме, что вот, обезопасить себя в новогодние праздники, чтобы вот, использование пиротехник не причинило, не оказалось бедой, особенно для детей. То есть при приобретении пиротехнических изделий, во-первых, приобретать нужно в специализированных магазинах, стационарных. Вот, поинтересуйтесь у продавца о наличии обязательно сертификата соответствия, сертификата пожарной безопасности. Осмотрев изделия, приобретаем либо это систему залпового огня, либо какие-то штучные товары, да, то есть посмотрите целостность упаковки, наличие каких-то, скажем, на русском языке обязательно, правил инструкции по применению, правил использования. Обязательно вот посмотреть срок годности товара, ну и целостность упаковки. Сейчас распространена у нас интернет-доставка, тем не менее, те же правила действуют, вот, целостность упаковки. В первую очередь, естественно, нельзя допускать пользование изделиями бытового назначения пиротехника именно детям. Запрещено с эксплуатацией использования каких-либо всех видов фейерверков, хлопушек и тому подобное в помещениях закрытых. Евгений, правильно я понимаю, что выйти во двор и запустить петарду – это вне закона? Только специальное место можно идти и там, собственно, развлекаться, если так сильно хочется что-то взорвать? Да, Евгений, мы их назовем специальные площадки, которые выбираются органы местного управления, утверждаются и размещаются эти места для запуска на сайтах администрации, любых средствах массовой информации. Напомню еще раз, что это расстояние должно быть не менее 100 метров быть до зданий, строений, сооружений, транспортных средств. Опять же, запуск пиротехнических изделий, салютов, должен следоваться желательно без ветреной погоды. Если у нас скорость ветра превышает 5 метров в секунду, то площадь, расстояние безопасное нужно увеличивать там в 3-4 раза. Публику размещать на расстоянии 35-40 метров. Опять же, ни в коем случае, опять же, перед тем, как мы используем пиротехническое изделие, ознакомьтесь с инструкцией, не поленитесь, на каком расстоянии, сколько времени, да, чтобы отойти на безопасную зону. Значит, ни в коем случае не наклоняйте сверху над изделием, то есть не перепоручайте запуск, значит, детям. Если система не сработала, да, то есть лучше оставить это в покое, да, то есть и выждать время там, ну, как минимум 2 минуты. Вот. Разбирать изделия такие, конечно, категорически запрещено, использовать с поврежденной упаковкой, в том числе, если, допустим, у нас пиротехника каким-то причинам, ну, от влаги намокла, да, то есть сушить, разбирать и тому подобное. Сейчас жители Одинцовского округа, конечно же, начнут, кто еще не начал, устанавливать елки. Елки мы всегда украшаем гирляндами. Здесь тоже не все так просто, как кажется. Вот как сделать так, чтобы елочка осталась цела, и люди не пострадали, все было красиво, и праздник остался праздником? Ну, при выборе новогодней красавицы сейчас правилом не запрещено использовать либо это искусственные, либо натуральные ели. Вот. Самое главное, чтобы изделие, значит, находилось на основании, ну, не допускающего ее опрокидывания. Если, ну, мало сейчас, конечно, кто-то украшает там ватой или свечами, да, как раньше, вот, но тем не менее, то есть у нас из легко воспламеняющихся отделочных каких-то декоративных материалов запрещена отделка, особенно это если у нас общественное здание, школа, сады, какие-то утренники, новогодние елки, дома культуры в первую очередь. При размещении ее нужно соблюдать расстояние от до стены, до проходов, это не менее 1 метра, до отопительных приборов, изделий, обогревателей, радиаторов, не менее 1 метра. При выборе гирлянды электрической, значит, опять же, как и в случае с пиротехникой, обращайте внимание на наличие сертификата соответствия, сертификата пожарной безопасности. Если продавец не предоставил, значит, лучше не приобретайте в данном месте. Проверьте, значит, состояние изоляции проводов, чтобы, скажем,
при легком движении там не, то есть бывают провода очень тонкие, изоляция некрепкая, места соединения вилок, штепсельных розетками тоже смотрите. При наряжаете елку, старайтесь низко гирлянду не опускать, то есть достаточно оставлять пространство до пола. Вот. И не оставляйте без присмотра включено лампу освещения гирлянды без присмотра. Я думаю, что многие в этот Новый год будут загадывать желание, чтобы пандемия наконец закончилась. Но так или иначе, уже второй год мы живем в условиях пандемии. Вот на вашей работе каким образом это отразилось? К сожалению, данное заболевание коснулось не только всей планеты, но и конкретно и нашего городского округа. Вот. То, что работая на удаленности, люди, между тем, не снизили большей частью количество пожаров и вот пострадавших людей на них. Поэтому приходилось нам не корректировать, мы не могли, а полностью проработать и закончить план наших проверок, которые мы провели. Ну, можно сейчас уже сказать, практически на 100%. Всех объектов, которые были нами запланированы с начала года. Вот. Также были проведены очень много проверок по согласованию с прокуратурой городского округа. Проведены дополнительно, это по заявлению граждан, ну а также по поручению руководящих органов нашего государства. Вот. В ходе которых были привлечены более 150 организаций к административной ответственности. Ну и хочу сказать то, что на проверяемых объектах не допустили ни одного пожара с момента после проведения проверок. Тем не менее, результат хороший, несмотря на пандемию. В пандемии активизировались и мошенники, немножко изменили направление своей деятельности, но коснулись так или иначе вас. Да? Под видом сотрудников МЧС ходят по квартирам и предлагают пожарные извещатели. Причем не просто предлагают, вроде бы и неплохо все, но там такая цена, что мама не горюй, цены заоблачные. Как распознать, что перед человеком мошенник, а не сотрудник МЧС? Да, хотелось бы добавить по этому вопросу. Ни один из сотрудников Госпошнадзора не потребует у вас никакой платы ни за какие услуги. И именно то, что предлагают мошенники от нашего имени, это установка в домах автономных пожарных дымовых извещателей. Автономный пожарно-дымовой извещатель – это довольно-таки очень нужная, необходимая вещь в квартирах, где при раннем обнаружении дыма, о которых мы вам говорили ранее, то он срабатывает, начинает пищать довольно-таки громко и интенсивно, где не услышать его будет невозможно. Для примера, ваш покорный слуга его слышал, как я уже этот случай рассказывал, находясь на улице, и супруга забыла молоко, будучи и проживая на 4-м этаже. Слышно было очень, что сработало он у меня. Вот, поэтому насколько он необходим, именно тогда, вот для не то что таких случаев, потому что это может привести к более тяжелым последствиям, и прийти выключить конфорку на газе – это самое лучшее, или даже обгоревшая кастрюля – это гораздо лучше, чем те последствия, которые может потом быть, после, если не среагируешь заблаговременно. Поэтому необходимость их, они рекомендуются в частном жилом секторе, поэтому настойчиво рекомендуем их приобретать. Ну, к сожалению, как вы их правильно назвали, мошенники, пользуясь этим, вот, решили обходить квартиры, где от нашего имени предлагают то, ну, требуют за это какие-то компенсацию. Причем довольно-таки не та, сколько стоит они, вы можете приобрести. В любых, даже очень во многих сетевых магазинах они продаются. Эти извещатели стоят порядка... Ну, я не буду несколько давать. Сот рублей с мужем, да, недавно, да, буквально смотрели на одном из сайтов. Да, где приобрести, поставить их, они в основном на кронах, иногда на пальчиках, батарейках. Ставится, клеится, он весит немного, даже можно на подвесные потолки его. Не обязательно по центру комнаты, что, как если кто-то очень большой эстет, можно поставить где-то в углу. Как и наличие огнетушителя в доме, тоже его не обязательно ставить, чтобы он где-то... В красный угол. Да, о том, что главное, что необходимость всего, чтобы он был. Я не про то, что это требование.
Нет, это не требование, опять-таки наша рекомендация о том, об этих вещах, о которых вам хотели сказать. Ну, таким образом, можем подытожить, что сотрудники МЧС не ходят по квартирам, не продают никакие пожарные освещатели, не берут никаких денег с заявителей, так скажем. Безусловно. Поэтому здесь, в общем-то, несложно этих мошенников разглядеть. Но я еще вот добавлю, что на самом деле мошенники берут в десятки раз больше, чем этот пожарный освещатель стоит. Тут, в общем-то, ничего не добавить, не убавить. Ну, я предлагаю завершить нашу программу такой праздничной нотой. Все-таки Новый год, чуть меньше 2 недель остается. Что бы вы пожелали жителям Одинцовского округа? Уважаемые жители Одинцова, пользуясь случаем, нам всегда приятно, когда мы встречаемся с такими сплоченными командами в целом, которые вот работают в нашем городском округе. Но коллективы, такие как журналисты ОТВ Одинцова, хотелось бы отметить отдельно. Потому что всегда сложная команда, всегда отвечающая вызову современности. Я имею в виду о том, что очень быстро реагируют. Ну, я бы не стал бы равнять с нами, но где-то очень-очень-очень-очень близко. Нам есть очень близко равняться, да. Да, поэтому хотелось бы, в преддверии у них был праздник, 20 лет исполнилось 16 ноября. Вот, в этой связи мы хотели бы от себя вручить благодарственное письмо. Ой, спасибо большое. Вашему коллективу пожелать всего самого наилучшего, ну а главное оставаться такими, как вы есть, и мы будем тоже в какой-то части равняться на вас. Спасибо большое. Спасибо. Я вот подержу, чтобы можно было крупно показать. Спасибо большое. Ну, а вам я желаю по традиции сухих рукавов не только на Новый год, но и, наверное, всегда, чтобы рукава оставались сухими. Ну и всех телезрителей с наступающим Новым годом. Здоровья, наверное, сейчас всегда. Мы еще хотим. Самое главное – здоровье. Да, присоединяйтесь, конечно. Да. Уходящий год нас все-таки проверил на прочность, на стабильность, на надежность. Я имею в виду с пандемией, с заболеванием, с таким серьезным, где коснулось это всех. Но я думаю, практически уже и мы это перенесли, наша служба. Но в целом, и хотелось подвести итог, справились с работой. Надеемся, что в будущем году, как и все жители городского округа, я думаю, наша всей страны ожидают самых лучших позитивных вещей уже в новом году. Мы будем надеяться, что будем как можно меньше встречаться с вами по прямому нашему назначению. Вот только профилактика. Профилактика студии, но не более чем. Здоровья вам, удачи, счастья. Спасибо большое. Все. Берегите себя, оставайтесь на нашем канале. До новых встреч на ОТВ.